Точку в громком коррупционном деле с участием экс-чиновницы от образования Сары Рамазановой поставил суд Петропавловска. Бывшего руководителя отдела образования района Макжана Жумабаева задержали в 2022 году. Ей вменяли сразу две уголовные статьи – хищение госимущества и дача взятки. Суд установил, что у Рамазанова с индивидуальным предпринимателем присвоили 7 миллионов бюджетных тенге при ремонте пожарной сигнализации в 7 школах района. Помимо этого, чиновница при пособничестве главбуха отдела образования похитили более 1 миллиона тенге, из которых дали взятку в 650 тысяч тенге руководителю отдела аудита и финансовой отчетности, чтобы последний закрыл глаза на все недочеты. В итоге все фигуранты дела оказались на скамье подсудимых. Прокурор просил назначить им реальный тюремный срок с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Но суд избрал альтернативный вид наказания – штраф. Больше всех досталось экс-чиновнице Рамазановой. По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначить Рамазановой Саре Мироновне наказание в виде штрафа в размере 88 627 220 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе судьи в органах местного самоуправления Национальном банке Республики Казахстан за честь в размер наказания Рамазановой срок ее нахождения под стражей с 14 декабря 2022 года по 1 февраля 2024 года включительно. То есть в сумме 6 128 720 тенге.